Гомель, 25-градусная спякота, гарачий асфальт, а у гэтым экстерьеры Дед Мороз и Снягурка. Любы жадаючы мог подысці до Деда Мороза и покласці у мяшок подарунок. Собраныя сродкі і рэчы прызначаны хворым дзецям. Мы помогаем больным деткам, которым мы можем только подарить радость, привлечь внимание всех горожан, рассказать про их проблему и помочь собрать волонтеров, собрать подарки и сделать какое-то чудо, потому что это дети, которые нам показывают, что жизнь – это то, что именно здесь и сейчас. Мешки усяго за пару годин наполнились школьными принадлежностями, цацками и солодкими подарунками. Мы были удивлены, что августа Деда Мороза, и нам стало интересно вообще, что тут такое, что это за акция. И когда нам сказали, что это для детей, которые не имеют каких-то возможностей, чего-то не могут увидеть то, что видим мы, и они помогают. Это, конечно, очень хорошее дело. Мы с вами хотим там поучаствовать, так как это добрые дела. А добро, оно возвращается. Если мы сделаем добро, то нам тоже будет добро. Что посеешь, то пожнешь. Дарэчы, ты, гамельчан, хто паспеў сфатаграфаваць навагодніх персанажаў і размясціць фото ў інтэрнэце, чакае падарунак. Самы ўдачлівы фотапаляўнічы атрымае яго 29 жніўня. У гэты дзень пройдзе заключнае мерапрыемства дабрачыннага марафону. На летняй эстрадзе цэнтральнага парка адбудзецца канцэрт, у якім выступяць творчыя калектывы Гомеля. Галоўнымі гасцямі мерапрыемства стануць дзеці з рэгіянальнага аддзялення беларускага дзіцячага хоспіса. Вераніка Варашыліна, Дмітрый Радзянка, Яўген Макіенка, тэлерадыёкампанія Гомель.